Второй звено на взлет. Последний? Да, видно. Направление G15. Набираем высоту. Сбрасываю скорость, спуркус, нагоняй. Тяга какая? 66. Так, изменим тогда тактику. А в принципе давайте менять тактику. Чё, давай, 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 набирайте. Зачем? Полет над землей, высота 200 метров. Так, второе звено, набирайте высоту. Первое звено. Приблизительно треть обоймы на уничтожение артиллерии и ПВО. Сколько высоты набираете? Набирайте так, уровень облаков 3500. При обнаружении противника и вступлении в бой снижайте высоту до нашего уровня, затягиваем их на бой у земли. Здесь будет преимущество у нас. Леви, сколько тяги? Сотка. Угол подъема 20. Меньше не надо. Высота 3000. Так, первое звено 85% сбрасываем мощность. Так, ПВО ликвидировано. Разворачиваться нам или идти в бой? Нет, еще находитесь в квадрате. Пометил. Расстояние 2 километра с половиной. Идет прямо на нас. Приближается. Атаковать? Да, вступайте в бой. А сколько противников? Один. Вот ликвидируйте и возвращаться к нам. Вижу. Оу. Еще двоих. Молодцы. Ну вот это уже некрасиво. А, так. Контакт. 4 километра. Да. Так, сколько у нас осталось? На точке Б. 4 километра. Добрый, за мной. Атаковать. Добрый, за мной вниз. Вниз выходите. Так, первое звено. Так, уходите вниз и в нашем направлении. Добрый, ликируй. В сторону аэродрома уходите. Спускайтесь, уходите в сторону аэродрома. Это что, у них новая тактика такая? Да. Что, еще кого-то затаранили? Да, столкнулся с ним. Это он меня затаранил, а не я с ним столкнулся. Разница большая. Даже левая обойма полная. Пару патронов расстрелял. Так, первое звено. Мы сейчас перезаряжаемся. Изменяем состав. Разбиваемся на две пары. Став будешь со мной, спуркус будешь за леви. Они нас не преследуют. Угу. Так, Леви, остаешься в квадрате L12, патрулируешь зону. Первое звено. Ремонтируемся, заряжаемся и на парах разбиваемся и взлетаем.
Буду на высоте 1000. Кстати, нам очко вообще на это не зачислило. Странная легкая, что ли? А если за нами они не пошли? Хорошо, они готовятся. Мы тоже подготовимся. Обидно разменять чем-то. Захожу на посадку. Не Стас, заходи на посадку. Захожу. Фокус на посадку. Я сел. На леве набираю высоту 4000. А леве текущая высота? 1000, я же сказал. А, да. Тогда подожди сейчас. Я готов. Взлетит. На взлет. Жду угол 12 на высоте 1000. Став мог не разворачиваться. Он с места же взлетает. Сколько взлетает? Так, мой спутку, да, как я понял? Да. Так, все будем подниматься вверх. Леви, ожидай нас. На я что делаю? Очень опасно взлетаешь, Старбокс. Да я что-то, да. Я просто развернулся, развернулся, я так и понял. Да, и что-то, короче, с тормозом у меня там тупанул немного. Я вообще типа опасный. Так, ожидаем. Так, второе звено. Ваша задача будет набрать 5 километров. Так, первое полетим на 4. А, до точки Б. Короче, будем лететь по 12 вертикали. Тягу сколько догоняю? Тяга 100. Набираем высоту. Подъем 20. Согласен. Направление на север. 5 кренделей. Став. Нет, это у меня соединение лагануло что-то жестко. Да, есть такое. Чуть не шлёп. Подлагивает, ребят. Ну, что вы хотите, суббота.
Так, жду на 2000. Да, догоняю. А мы останемся на 2000. Высота 3000. Высота 4000. Демон, тягу сотку, просто закрылки вытащи и все, а то я тебя сейчас опять проскочу. Да не проскочишь, к тому времени, как я разгонюсь, ты меня как раз догонишь. Так, похоже, здесь чисто. На аэродроме вроде как никого нету. Направляйтесь в Е-14. Став, переходим на параллель и плавный поворот налево. Став, доворачивай, выйдешь на хвост второму. Замани их на низкую высоту, если не... Давай спикируй сейчас вниз и по траве. У них сбалансировка не поможет. Так ты только подставляешься. Один почти в упоре. Над деревьями, прямо над деревьями. Став, давай на деревья. Говори, же спускайся. Рады. Так, наказать за таран. А кто кого-то ранил? Ну, вот чуть не затаранили Ставка на самом деле, потому что вырезаться в него чел планировал точно. Его подбили просто перед этим. Ну, посмотрели, что их больше осталось. Демон! Один фулкун вас опять выкинул. Перед самым интересным. Самое интересное было. Отлично. Восход выиграл. Поздравим, ребят. Так, ну третий бой. Как говорится, перед этим не поздравляем. Ребята, вы соберитесь, почему-то пожалуйста. Почему-то у меня не спускается видео. Вы соберитесь, пожалуйста, и что, выложитесь, насколько можете. А, вижу.